Хочу сразу уточнить пару моментов. Мы сделали свой пикем на сайте Cybershock, и у вас все еще есть возможность пройти 3 этапа, то есть сделать 3 прокрутки за правильные прогнозы. Для этого вам нужно купить подписку Lite или Premium. Но если первый этап был сделан без подписки, то прокрутки за него не будет. Если вы не хотите покупать подписку, то совершенно бесплатно можно поставить на этот пикем, борясь за новое достижение на сайте. Если у вас были мысли купить подписку, то это хорошее время, так как и пикем словите, так и подписка на сервис останется. Друзья, всем привет, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня со мной Overdrive. Всем привет. И сегодня наша задача поставить новые пикемы. Если что, прошлые залетели на ура. 6 из 5. Какие же красавчики Виталий, Cloud9 и самое главное Fnatic. Идеальный пиком, я считаю. И просто идеально был пиком, реально было хорошо. Меня столько хейтили, вот каждый раз эти одни и те же комментарии. Просто посмотрите, просто цирк. И под этим роликом будет то же самое. Дождитесь окончания игр. Кто-то вообще думал, что первая же игра это равняется пикем. После проигрыша первой же команды мне писали: Эрик, ты бомж, что ты мне советуешь? Во-первых, это стандартная тема, да. Во-первых, мы показываем, как мы поставили. Это не означает то, что ставьте как мы. А во-вторых, надо приступать ко второй части пикема. Хорошо, что я тебя отговорил от ставок на бразильские команды. Ты хотел их на проход ставить. Ну, Фурия-то взлетела. Не, ну не Фурию, я имел Dull Nation и да, Перил. Да, 0 Nation 0-3. Ну, как же сыграли Bad New Eagles? Что это за цирк? Это вот мы же недалеко были с этими Gamer Legion, правильно? Да. Они 2-0 да. шли, играли с да. Bad News Eagles. То есть да. у нас идеальный пикем. Ну, 0-3 это рандом. Но ну, Gamer Legion... Gamer Legion правда хорошо заходила, правда. Да. Просто не повезло с этими челиками, которые играют только на мажорах. Хорошо, давай начинать. Будем ставить, наверное, пока 7 в ряд, которые пройдут. Потом уже перейдем повыше. Ну, давай поставим Мауза. Давай, знаешь, как сделаем? Ладно, давай поставим Мауза. Я хочу поставить ставки. Потом перейдем на этот сайт, сделаем калькуляцию всего этого мажора и посмотрим, насколько мы были правы или нет. Так, давай. Мауза. Они прошли 3-0. Поставим. Мауза, поставим Энсе. Энсе, они шивы. Энсе, поставим Ликвид. Ликвид. Мари Маус очень круто играют на праках. Они очень уверенно сейчас играли в этой стадии. Помнишь, мы с тобой обсуждали, что может им не хватить опыта, и они там проиграют. Да, из-за возраста. Не выйти на... Ну, на сцене, там, поплыть и проиграть. Да, да. Вот этого не случилось, они показали, они совершенно спокойно себя чувствуют на сцене, поэтому, я думаю, им вполне по силам выйти из, ну, в плей-офф. Насчет Энс, я вообще не знаю, кто там играет, я полностью за ними не следил, они сразу попали в легенды. Расскажи, пожалуйста, что интересного у них есть. То же самое, они очень жестко играют практики, они сейчас в полном порядке, они это показали вот на Эромере, что для них это вообще не проблема, у меня практически сомнений нету, что они пройдут легенды. Вот для меня пока это странная, спорная команда, потому что они еле как собрали у Outsiders, потом проиграли им же, еле как забрали турков. Квит, ну, здесь без разговоров, сейчас да. очень все хорошо у команды. Фейзов поставим. Подожди, ты чем? Ты перепрыгнул 4 команды. Ну, давай, я хочу сначала... 100%, хорошо. Потом Outsiders. Outsiders, вау. Давай еще закинем. Давай. Клаудов хочешь? Я думаю, да. А кто у нас остается-то? Ну, у нас не одна команда, которую мы пока не добавляем, можешь потом словить прям целый этот вагон хейта. А, это такая тактика, да? Вот, да, вот если это не добавить. Ну вот на место Маус Энсе, окей, мы ставим Маус Энсе под вопросом. Можно поставить Heroic и Нип. Вот, слушай, смотри, если прошлый пикем был более-менее такой очевидный, мы поставили полностью фаворитов, и он залетел еще как-то спорно, то здесь реально сложно. Смотри, как много команд остается хороших. Да, ну у нас даже тот пикем на самом деле не так сложно. Мы же все проходы мы угадали. Все проходы весь нижний ряд мы угадали. Да. У нас Vitality OG не зашли, а они играли между собой. То есть у нас там не без шансов угадали. Но ты меня спросишь, почему я работаю в Spirit и не назвал их Spirit? А знаешь почему? Потому что ты хочешь 3-0. Конечно. Я поддерживаю это решение. В прошлом году 3-0, Спирит вышли из легенд. Ребят, в начале, вернее, года. Ребят, если что, я прямо сейчас в Team Spirit штанах, потому что верю в них. Поэтому я верю, что у них даже есть шансы выиграть мажор.
Ты как человек, который нашел эту команду? Ну, не нашел? Да-да-да, какие у них шансы? Ну, вообще выиграть мажор? Есть, шансы есть. Тут, понимаешь, у всех есть шансы. Вот, все команды, которые мы повесили, ну, кроме, наверное, Маус и Энс, я в них не верю. У остальных шансы хорошие. У Аутсайдерс хорошие шансы. А Спирит могут прям вот попереть, если они все хорошо будет. Вандерфул набрался нужного опыта вот за последние два лана. Барселона важная была. Я предполагаю, что реально все хорошо, да-да-да, но... У нас вот эти ребята без ничего остались. Ну, ты видел, как они сейчас играют? Как они его отлетали? Я их видел фаворитами мажора в целом. Сейчас они как-то меня прям разочаровали. Маус или Энс, да. Да, еще и Хероик есть, которые тоже могут вместо Маус они, или Энс. Они же уже два мажора подряд вроде в плей-оффе играют. Да, они в группе очень круто играют. Давай 0-3 вот сейчас поставим быстренько. Смотри, давай быстренько просто все будем необдуманно даже делать. Фейс и Cloud9 здесь должны забирать, наверное, Фейс, Нави, Виталити. Если что, просто исправишь меня. Нави, Виталити, Нави. Ну, если что, да. Simple прямо сейчас летит в самолете. То есть этот джетлаг 7 часов. И плюс еще он холодненький. А Виталити сегодня играли, да, вроде? Да, сегодня играли. Но да. Игра следует на следующий день. То есть это реально они не почувствуют, что-то изменилось. А он только прилетает. Нип, Фнатик, ну... Фнатик могут спокойно выиграть. Тут тоже 50 на 50. Энс, Фурия. Вот, кстати, Фурию мы забыли. Но неужели, ну, неужели, что они будут 0-3? Спраут, Биг. Как Биг вообще прошли герои? Аутсайдерс, герои. Я думаю, что Аутсайдерс разогреты. Спирит, БНЕ, но тут... Ну да, Спирит, Ликвид, да. Слушай, а насчет Биг и Спраут, что мы решили? Биг, я думаю. Ну, Биг разыгранный. Спраут все-таки не такие эти монстры. Так, Фейс, Фнатик, Фейс, Нави, Биг, Нави, Энс и... Блин, я наверное, так. Да, давай так. Спирит, Ликвид, наверное, Ликвид все-таки. Да. Cloud9 и Нип, Cloud9. Виталити, ну... Должны, по идее. Ну, Героик, Маус и БНЕ, ну, должны быть. Конечно Маус. Же, Маус, да. Фейс, Аутсайдерс, Фейс, Нави, Ликвид, блин. Ликвид. Ой, я вот тут прям хочется искренне поверить в Спирит. Я думаю, Спирит ответит им за Кёльн и обыграет Фнатик. Слушай, а вот Нип и Фурия я бы поставил на Фурию. Да? Давай на Фурию. Слушай, Клоуда... я хочу сделать. Не... Да, давай так, это нормальная тема. Не бейте меня. Так, Аутсайдерс, Виталити. Аутсайдерс. Спирит. Они их обыграли. Маус. Маус, ты здесь думаешь? Не, Спирит. Да, Спирит. Энс, Спраут, наверное, Энс, да? Да, Энс. Здесь у нас Героик. Да, и Фурию. И вот, тут уже отлетает Фурия против Нави. Так. Энс, Виталити, Энс. И Героик против Маус. Маус, наверное. А я бы Героик поставил. Кадиан, эти они мастера. А, все, понял. Окей, давай сравнивать, что у нас получилось. Фейс, Ликвид, Аутсайдерс. Ну, смотри, у нас уже 3-0 не в тему, не входят. Но ладно, поверим в чудо. Но, кстати, больше всего у нас каких-то спорных моментов было со Спирит. Мы просто их поставили, на самом деле, очень часто, просто из-за того, что мы поставили 3-0. Ты поставил победу Ликвид против Спирит, а напомню, что на ESL Кёльн Спирит выиграли у Ликвид Best of 3. Поэтому это тоже, может быть, 3-0 прокатит. Здесь у нас мы пикнули. А нет, не пикали. Пикнули. Ну, 3-0, считай, пикнули. Энс и Героик. Ой, Мауза здесь нет. Все, давай убирать Маус и ставить Героик. Да. Справа 0-3. Ладно, друзья, я думаю, что такие прогнозы... комфортно для нас. Ладно, друзья, спасибо большое всем. Не ставьте, как мы. Мы показываем, как мы поставили. В прошлый раз вы повторили, некоторые обрадовались, но это очень все опасно и рискованно. Сделайте ставки в CSGO, но не забудьте повторить их на Сабершоке. Это абсолютно бесплатно для получения достижения. Если у вас есть подписка, вы можете сделать эти пикемы и еще заработать на барабане призов. Всем, друзья, спасибо и всем пока. Приятного просмотра мажора. Всем счастливо. Пока.